Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, продолжаю игру из Гидеона Классик. Что ж, погнали дальше, ребят, погнали, погнали, погнали. Ай, 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 она бешеная. Срочно сделайте прививку от бешенства. А я смогу сумничать с еврейничать, да? Да. Здорово. Коли так. Коли не шутят. Тек. Ой, а здесь не лучше. Помогите! Ульк? Мне кажется, это не совсем здесь. А нет, здесь. Что-то есть. Куда-то я все-таки выплыву, да? Такс, вот. Наш группат выплыл. Даже типчики где-то слышны. Типчик. Уба! Хуба-буба! Я надеюсь, ему понравилось. Еще один большой хуба-буба. Бам! Ух ты! Так, один готов. Хуба-бубер. Сюда иди. Вот так вот, на мясцо. Come together, на мясцо. Текс. А дальше куда? Нет? Интересно. Интригующий организм. Этот хитрый механизм. Опа. Вот типа, испугался, что ли? Да ты не боишься, давай. Спускайся, давай. Сейчас толпа, да? Ну. Подходите, ребятки, по одному. Сейчас я вам поджидаю каждому, да? Обалденно. Мощно топоры замораживает в ледышке. Шикардосики. Дорого, конечно, стоит. Что поделать? Искусство требует жертв. Выходи по одному. Не, реально вышли. Ну ладно. Что за уа? Есть еще какие-нибудь доди? Или все бы это конец? Додики кончились. Ну вот, так всегда. Хлобысь. Что это у нас там? Поршень какой-то. Веселый. Ай. Было больно. Да, захавать не помешает. Так. Старый добрый сейв. Можно еще, конечно, клавишу посейвиться. Ай. Да что за херня такая дерзкая? Гэси. Обалдеть. Ну, заткнитесь. Готово. Так, это чё? Рунки. Рунки — это хорошо. Фикс. Ну, я думаю, теперь можно и сюда спрыгнуть. Ай! Пошли вон! Сейф. Подгрызем маляську. Прыжок! Нет? Блин, я всю душу вложил в этот прыжок. Оказалось, что не надо. Ныряем. О, как. Знакомое место.
Так, ну точно не туда. Иначе меня там просто фарш перекрутит. И придет мне конец. О. Секс. Однако. Ситуэйшн. Ау. Что это такое произошло? Перегрев, что ли, чего-то? Прыжок. Так. Там весь гонт. Окей. Вот еще пару додиков. Я сам постучу. Ходи по одному. Чё-то никто не хочет выходить. Всем все равно. Цепка. Бяка. Клик. Делай клик. Делай два. Вот. Там кто-то есть. Здрасте. Слушай, я не пойму. У тебя такой же меч, но ты почему-то еще щит носишь. Как такое возможно? Ой, меч, топор. Чё это я так? Типа ловушка. Это я понял. Они взяли и закрыли себе ловушки со мной. Чумачечи. Учитывая тот факт, что я их всех перебью. Хотя они об этом, наверное, не так думали. Козлина. Я тут кушаю, ты мне мешаешь. Следующий. Икс. Куда-то катимся. Главное не в тьму тараканьку. Вау! Такие старые механизмы, однако. Еле работают. Ужас. Так. Чуваки, у нас тут все разваливается. Давайте я прибью, чтобы ты не мучился. Что такое? Они попытались за мной пройти. Печалька для них. А я пошел дальше. Лоудинг. Yeah. Топорик веселый. В черепе торчит. Бе-бе-бе. Стоять. Прыжок. Шо прыжок? Здоров! Чуваки! Я хочу к вам поубивать вас, маляську. Не, ну реально, а куда дальше? Чё-то не пойму. Уже себя понял. Прыжок веры! Еще немножко веры в себя. Странно. Так, вижу, там сопля свисает. Тикс. Выходи. Тикс. Свимси. Здоров. Вон тебе. Какой дерзкий. Резки. Типа, если бы я открыл клетки, то они на них напали, да? Смешно. Ты какой бронированный парниша. А
А вот и меч. Веселенькой. Что-то где-то открылось. Однако... Что-то где-то сломалось. Молнии, да? Силы молнии. Понятненько. Башки дает. Даешь башку на отсечение. А ты клешни. Ну как добротно порезал их. На крабовые палочки. Тик. Тут тоже где-то интересная фишка в чем-то. Здорово, мелкий. Нет. По-моему, то, что я ломаю, что-то происходит. Тут еще парочка таких есть, я еще могу. Вы обращайтесь, если что. Пути-пути, разозленный голем. Металлический. От одной конечности я его уже избавил. Осталось еще чуть-чуть. На, держи. Готово. Так, сек. Сначала сейв тут, а потом сюда. Нет? Ладно. Что, бяка? Я должен тебя убить. Веселые ребята. Отдыхают, тусуют. Вот так вот. Всех положил, да и все. Чтоб не отсортировать. Уже. Тикс. Что тут у нас есть? Кнопочки. Я надеюсь, кнопочка очень интересней. Башка отлететь. А ты будешь ночевать? Или не будешь? Не хочешь? Ну ладно. Водичка. Водички тоже какая-то херня есть. Здесь тоже есть. Интересная какая-то штучка-дрючка. Так. Ага. И... Так. Все, они уже ожили, да? Готовы. О! Прыжок. А чего я жду? Не знаю. Но я думал, что что-то будет, там лифт какой-нибудь или еще что. А оказывается, ничего. А хорош жрать, давай кнопки жми. Жми кнопки полностью. Тебя я упал, чувак. Ты бяка. Знаю об этом. Ау! Чё там загрузка-то? F7.
Пока, мужик. Так, короче, если эта штучка хлобысь, да, то она делает бубо. Ага. Явно не здесь. Сколько тут всего добра-то? Знакомое место. Пока. Экс. Здрасте. Опа. Тикс. Неплохо, неплохо. Прыжок. Куда дальше, понятия не имею. Ну, не факт, что сюда. Так, мне кажется, надо этих ребят сбагуить. Тогда машина остановится. Вполне, да, логично? На тебе. Тик, тик, тик. Парни, я отправляю вас в отпуск. Бессрочный. Готово. Ну вот, еще один узел сломался. Здорово. Ломать не строить. В принципе. Так, зато я вижу, куда теперь надо пробраться. Сейвимся. И в бой. Так. И. Ау. Это было больно. Пока. Мудаки. За мной, что ли, нырнули? Отчаянные. Так. Это явно не так делается. Пока. Так, сейф. Допрыгались, голубчики. Ну, как я, собственно. Сначала над ними засмеялся, теперь сам так же. Положу-ка их сразу. Чтобы больше не выделываться. О, чувак провалился. А я его предупреждал, не хулигань. Тикс. Погнали дальше. Какой-то поток, турбина или что это? Да, поток. Это просто поток воды. Все бы ничего. А, спасибо, рыбка. Это было очень любезно с твоей стороны так сделать. Я без тебя делал. Так. Там сям, да, что-то есть. Тудым, сюдым, сюдым, тудым. Здесь ничего ценного. Ты чё стоишь, смотришь? Из-под лобби. Умри немного. Так. Странно.
Ну я понял, куда мне надо. К веселым ребяткам. Какие грозные парни. Так, а дальше чё как? В чём прикол? Окей. Чё не убежали? Что происходит? Вода сливается. Здорово. Что, если я прыгну, я разобьюсь? Проверка! Нет, плаваю. Моя плавает как поплавок. Погнали дальше. Большой чувачок. Ладно, вот тут между собой разбирайтесь. Окей. А я побежал. Нет, не впустят меня туда. Так. Окей, пути. Мне кажется, меня там уже, наверное, на мясо порвали. Активируем, пожалуй, ярость. Лишним не будет, одно бухнем. Есть живые говнюки. Похоже, что нет. Икс. Отлично. Похоже, это где-то здесь. Что именно, я не знаю, но что-то есть. Ай! Это было больно. Я не хочу падать. Ведь это очень больно. А все? То есть ничего здесь нет, да? А вот факел можно забрать, ну-ка. Мне кажется, здесь что-то есть, что-то скрывается от моих глаз. Да не, не надо жрачку брать, ёшки-матрешки. Успеешь. Успеешь еще. Понятно? Потушил. Шикарненько. Ну ладно, там посмотрим тогда, что тут у нас есть. Помимо руны. Да, в принципе, ничего. Странно. Тогда очень даже странно. А, теперь не странно, теперь все понятно. Чайте, козлы. Тикс. Пару конечностей отрезала. Ты тоже получи. Сейчас запустим веселую компанию с Йетти. А сами спрячемся, чтобы он на нас не огрелся. Нет, не хочет агриться.
Ну ладно, еще лучше. Системчик. Чувак упал. Так. Ясно. Все как всегда. Погнали. Экстрим! Иха! Там в конце типа. А. Хэси, башка слетела. Да. Кажется, нам тут трубу надо. Скорее всего. В принципе, других вариков я не вижу. Ну, рискнем здоровьем. Тик, винт. Лениво покручивающийся. Что такое турбированный? Так, этих ребяток я перебил. Хм, с факелом. Как скажешь. Убьем тебя с факелом. Я не против. Почему нет? Хм. В принципе, светло. Есть, конечно, парочку рычагов. Сейчас дернем. Конечно. Тик. Вроде нормик. Здесь пока закрыто. Хм. Че, эти статуи отойдут, не отойдут? Оттает, не оттает. Да ничего они не могущественные, так себе. Скажут же. Хе. Взяли меня червем и позвали. Я сейчас покажу, кто тут из нас червь. Потанцуем. Давай, выходи. Тышки бобы. Вот. Еще есть умники? Нет? Странно. Я подумал, что там есть что-то. Пути-пути, он поджег меня. Умничка. Какой. Такс. Все или чё? Все типа в ловушке. Сейчас я испугаюсь. Здрасте. Чё это за песни? Почему они все сдохли? Странно. О, какие большие статуи. Страшные. Intelligent structure is new. It seems the dwarf lord has built a temple to himself. The dwarves are indeed excellent smiths, but without their leader they will scatter in fear and their use to Loki will be at an end. Seek out the dwarf lord within, Ragnar. Okay. Destroy the creature vain enough to appoint himself a demigod, and the runes will tell of how you crippled his entire army. И? Все? Я ожидал чего-то большего. Так. Что-то ремонтируется, создается. Подождем. То в противном случае мне все равно некуда деваться.
Так. О, как. Пойдет. Тикс. Ну, сдавайте сюда. Ай! Я хотел сумничать. Получилось, как всегда. Ну вот. Черт. Блин, нельзя отключить. It seems the dwarf lord has built a temple to himself. The dwarves okay. are indeed excellent smiths, but without their leader they will scatter in fear and their use to Loki will be at an end. Seek out the dwarf lord within, Ragnar. Destroy the creature vain enough to appoint himself a demigod, and the runes will tell of how you crippled his entire army. Пум-пум-пум-пум-пум. Опять придется подождать. Ну ладненько. Печалька. Поломаю пока щиты. Нифиг делать. Опа. Так, сейф. Готовимся. Обязательно готовимся. Прыжок. Экс. Еще раз сейф стопудовый. Короче, хотел я вас придавить колонной, но понял, что ну его нафиг. Слишком уж это рисковое дело. Колонну и так можно поломать. Вау. Было мощно. Чё это у нас там? Ай! Не придавит меня? А то как таракашку раздавит и все. Нет. О! Впереди кто-то есть. Так. Полетел, красавчик. Все. Такс. Убираем всю эту халтуру. Какой большой зал. Кекс. Кекс, кекс, кекс. Да ты что? Окей. Оте, поте. Какой-то странный гном. Дворф. Ох уж этот дворф. Дворф из Дворфленда. Тут следующий. Так быстро чувак сдох, разлетелся. Офигеть. Хе. Окей. Сейвимся.
Побегаем. Отлично, погнали дальше. Кровяшку. Хлобысь. Так. Отлично, боевые машины. Получай. Ушко. Нет, нет. Как вовремя ролики любят загружаться. А если бы меня порвало? Вот бяки, а. Там кто-то матерится. Хе. Однако. Маленечко поедем. Открывай ворота. Мати пути. Так. Хм. Ах ты, бяка. Все-таки попал по мне. Я не знаю, надо их уничтожать или нет, но мне кажется, что да. А может и нет. Кто его знает? Вот этот портал. Открылся. Или что это? Это портал. Здесь есть кнопки. В некоторых местах. Ага. Тик, это недоработающий портал. И это вот. Эй. Пяка. Ах ты, бьякушку. Так. Так, я что-то не понял. Я в него прыгнул. Мне не случилось. Ничегошенькой. Может, я знаю, что уничтожать. Эй. Чувак, в чем прикол, расскажи мне. Почему эти не открываются? Так. Как он так умудрился? Я ж телепортнулся. Мне кажется, ли она как-то маленечко двигалась. Наверное, показалось. Ау. А, вот одна открылась. Здорово, мужик. И так. Вау, мужик, ты меня убьешь скоро.
пошел вон. Так. Сейф, это, конечно, мило, здорово. Фикс. Ну-ка, поджарься маленько. Вот. Другое дело. Это я где? Ну, здравствуй. Treacherous dwarves and led by your blood enemy. Conrak has guided Loki's armies to your village and its last remaining runestone. If it is destroyed, my hold on Midgard will be so weakened that Loki might free himself and unleash Ragnarok. Какой ужас. Be strong, Ragnar, for the final confrontation approaches. And you fight not merely for your village, but for God and mortal alike. Да ты что? Так, мы подходим, собственно, судя по словам Одина, к своей деревне. Где должны помешать свершиться хулиганским таким намерением осквернить камень рунный. Что ж, посмотрим, как это получится. Ну, посмотрим это, естественно, в другой серии. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Не забывайте подписаться на канал. Всем пока-пока.